Всем привет! Мы вышли на трейл пройтись, погулять с собачками, нашей большой семьей. Вот, а Руна очень дикая. А мы же ее к доктору до сих пор не сводили, прививки не сделали, ну, которые нужно вот уже. Ей, кстати, 12 недель исполнилось сейчас, вот вчера. А мы только на следующей неделе записали, наконец-то ее поведем, вот как раз прививку делать. Вот, и тогда, может быть, узнаем, что они нам скажут. Ай. И, в общем, мы ее боимся, конечно, куда-то водить. Но привели в парк, ну как, в парк, на трейл, где редко можно собаку встретить. Вот, они вдвоем. Пусть привыкает. Ей же нужно привыкать гулять со всеми. С Ричи на поводке. Вот, ну будем так, постепенно. И она трясется, прям боится. Сейчас побежала. Она боится машин, асфальт. Вот это она боится. Вот, ну сейчас покажу. Мне кажется, ей длиннее поводок тоже нужен. О, бегут. Как вы думаете? Может, ей длиннее поводок нужен тоже? А? О, я не подглядываю. Не, бежит, даже его не ждет. Стойте, куда вы пошли? Это Чуна идет. Чуна. Чуна. Смотрите, наше любимое болото. Летом так выглядит. Все время болото, болото. Все деревья поела. Все равно выглядит живописно. Нам нужно, чтобы она привыкла за пару недель хоть как-то на поводке ходить. Здесь хорошо, здесь много тени. Сегодня, кстати, у нас прохладно. Смотрите, как красиво. Цветы прямо в реке. Над рекой. О, красота какая. Не упасть бы. Вообще, картина масла. Руна, иди попей водички. Так, подвинься. Ничего себе. Руна, что? Она от стресса, от стресса. Дай ему попить, ты. Когда он лежит, она такого все жестко. Угу. Ну что, на? Ну да, ей тоже жор. Сейчас. А что там больше не наливаешь? Ты экономишь? Все. Все. Там тоже легко. Все, выпили? Половину? Да. На обратный путь. Мы тут черепаху в болоте обнаружили. Ой, она занырнула. Все. Обратно не выныривает, нет? А, вот она, да. Ну тут они такие противные, эти черепахи. Они как скунсы здесь какую-то выпрыскивают. Гадость. Че она одинокая? Где остальные? Да, это маленькая. Огромная рыба, глянь, плывет к ней. О, да. Карп. Это карп. Карп? Да. Он на английском называется. Боже, в этом болоте больше живности, чем
в чистых озерах. Экосистем. Да. Она какая-то майка. Да, она же майка. Это не большие. Да, нет, но они как будто такие. А где наш фишинг-лайфер? А его нужно как раз угодно покупать. Сейчас есть рыба. Я могу его сделать. А там два, видишь, клары. А, два карта огромные. Рич, это чего? Видишь, значит? А, да, они вместе падают. Они даже стали. Где карпы? Тут и как черепаха, что прямо за ними. А, большие, да. Еще одна. Да, да, да. Ну вот, мы дошли до озера. Наконец-то. 2 мили в одну сторону, 2 в обратную. Вот сегодня 4 мили мы пройдем. Можно их водичкой опять поить. Тут можно посидеть. Но, правда, если сидишь, то отвернутый получаешься от озера. Драйден. Чего ты не пьешь воду, Руна? Драйден, а Ричард что не пьет? Ричард, вода. Тут уже есть. Собаки, вы что? Мы тут сидим на привальчике. Ну, пока я пою. Тут сейчас собачки проходили, мы решили их пропустить. Вот, уже красное. Мы уже прошли 2,5 мили, осталось нам 1,5. 4 мили это где-то около 6 километров. Чуть больше. Вот. И мы потом поедем за суши. Возьмем суши домой, дома будем кушать. Вот. Спасибо вам большое за поддержку по моему прошлому видео. Это случилось чуть раньше, я просто не говорила. Ну, я говорила, что что-то случилось, не говорила, что. Вот. Но спасибо большое. Поддержка очень важна. И я знаю, что я ничего не делала, что я права. Но что есть, то есть. Жизнь не всегда справедлива, да? А люди плохие есть везде. Но хороших людей больше. Вот. И вы среди них. Спасибо вам. Всем привет. Из задымленного Нью-Йорка. Солнце задымлено. Улица, не знаю, если видно... тоже в дыму. Запах просто гари нереальный. Вот. Но сейчас вышло солнышко. И как бы весь день его не было. Весь день солнце было закрыто смогом. Это значит у нас горит Канада по соседству. И вот мы получаем... Здрасте, улыбака. Ты улыбайся. Да что такое? Я не открываю. А, открылась. Да, открылась. Я открылась. Все, открылась. О, господи. Такой механизм у нас. Смотри, вот за Денисом, за тобой смог. И сейчас уже распогодилось. Было прям желтое все. Такое цвета... Не было солнца это везде. Цвета пустыни такое все было. Было это затянуто. Да. Мы не видели солнце все это. И не было этих наших холмов видно. Но сейчас за домов не видно. Не знаю, передает камера или нет, но мы сейчас увидели солнце к 5 вечера. И так резко с утра мы об этом узнали почему-то. Вчера оно висело, но я думал, это облака. Вчера солнце такое было закрытое, красное. Мы так, ну, солнце и солнце закрытое. А сегодня утром нам уже вот это оно сказали, еще выходило. Вот так, это вот. Утром? Нет, это сейчас оно выходило. А, это из этого тумана. Ага, сквозь тумана такое. Да. На него смотреть там можно было. Это было такое тусклое. Было. Да ужас вообще. Такое за 14 лет, что мы здесь живем, это впервые. Такое происходит. Ну что, день 2 задымления. Но почему-то сегодня хуже, чем вчера. Я думала, сегодня будет уже лучше. Вот. Не знаю, как это показать. Вон, видите, горы наши. Они в дыму. Но на самом деле телефон не передает. Я когда сегодня проснулась,
Освещение в комнате было почти темно, как сумерки, и оранжевый цвет освещения, вот как пыль какая-то пустынная. Вот такое освещение на улице. Я попыталась снять видео, но не было, не передавала вот этот желтый свет, вот этот, не передавался. Вот. А вообще, не знаю, по небу, ну, так не видно. Почему-то камера не хочет передавать вот всего. И запах дыма. Я такого никогда не видела. Я не понимаю, куда смотрит Трюдо, куда смотрят эти коррупционеры. Горят у них пожары, а они никуда не смотрят, понимаете? Срочно остановить пожары. Почему у них пожары горят? Объясните, пожалуйста. Я понимаю, когда у нас горят, да, у нас там коррупция. А тут же светлые, некоррумпированные люди, а горит. Мой кавокер сказал, что вокруг Оттавы запрет на всякие виды огня, аутсайд, барбекю, все это запрещено. Ну, понятно, да. Да, в самой свободной же этой стране обычно самые жесткие. И полиция самая жесткая. Цветочки наши хоть не это, не того, не повянут. Но запах гари, да, и сегодня больше, чем вчера. Я думала, наоборот, уходит, да? Сегодня там над Оттавой, я так глянул, надвигаются эти тучи, не знаю, может, хоть чуть-чуть смоет. Но мы живем в 3 часах от канадской границы, и вот так вот у нас. Просто ветер четко на юг идет. Вот от них прямо глянул, так пока идет четко на юг. Но у нас сейчас развеялось. Утром прям совсем плохо было. В Остине ничего нет. Да? Утром все было оранжевое. А Нью-Йорк-Сити, да, мне уже с работы, был сегодня или вчера самым загрязненным в мире воздухом. Из-за вот этого полюции? Вот, сегодня, плюс еще городской, это и вот это все. А, ужас. Причем там с небоскребов оно не выветривается, да, там да, все да, стены да. стоят сумасшедшие. Да, вот так вот, такая сводка новостей отсюда. Еще такое впервые мы. Опыт у нас такой впервые здесь. Всем привет. Мы приехали с Руной к ветеринару в первый раз. Наконец-то месяц прошел. Мы записались, несколько раз переписывались. Наконец-то мы попали. Ну что, тебе понравилось здесь? Доктор немножко такой флегматик. Ага. Но он пожилой. У нас дождь, грязь. Так. Все, вперед я тебя не возьму. Мы сделали ей 100-500 прививок за один раз. Где? Потом это подборно, вот так. Вот, смотрите, сколько мы прививок ей сделали. Сразу. Все, что надо. Теперь ее возьмут и в любой отель, да? И бординг, да. У нее никаких этих не будет. А цены такие же, как у нас абсолютно. Мне кажется, дешевле даже. Да, да. Дешевле. Потому что обычно мы платим 180. Да, обычно. Да, да. А сейчас мы заплатили 109. И $52 такие же фи, как и в этом. А у нас, мне кажется, 80. Нет? Ну, не помню, но я имею в виду. А сумка моя здесь, Деня? Да, 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 вот она. Я с ней села, потому что она по мне лазила. То, что мы записали, там такие же фи, мне надо позвонить. Все, ложись, ложись. Чтобы они фи мне вернули. Да. Фух, ну все эти сделали шансы. Я волновался, это все, это липо. Потому что еще вот та хозяйка. А нам сюда, если поехать, красиво будет? А, поехали, я не знаю. Чтобы ее только не укачало. А куда мы выйдем? Я не знаю. Это следующий у нас Ричард на очереди с кастрированием ровно через неделю. Еще одна нервотрепка. Да. Так, пришло время ехать к Жоржику на концерт. Мы тут в пиджаках. А, все надели пиджаки. А, как в зеркале. В зеркале, в общем. Вот. И... Даже Лиза сегодня в пиджаке. Его бы тоже почистить. А, Лиза. Сейчас зайдешь там в туалет.
Вот. Едем на концерт к Жоржику. И денег в пиджаке. А? Показываю пиджак. Смотрите на мою нарядную компашку. Жора, правда, уже посидел, помял рубашку, ему гладила перед выходом. Лиза самая хиповая. Пиджак одела. Надела. Красные кеды. И вперед. У нас сегодня пасмурно. А так заходим, да? Все так заходят. Это Жорика друг Кэмден. Карандашом типа Нью-Йорк. Или это не Нью-Йорк, какой-то лес, я не знаю. Потому что Жорика мы тут не видим. Картины. Тут выставка картин. Можно походить перед концертом, посмотреть. Нашего сына нет. Поэтому у него и по арт не самая лучшая оценка. А это такая бумага, да, пупырчатая? Он такой классный кактус. Mm-hmm. И цветы из мышки. Здесь тоже Жорика нет. Вот его друга Нова. Картина. Интересно. Надо у него будет спросить, конечно же. Боже, какая прелесть! Посмотрите, вот это Жора сделал. Деня. Посмотри, какая прелесть! Из глины, потом обжег и разукрасил. Посмотрите, какая красота. Я бы не удивился, если бы вот это. А это прям большой ух какой-то. А вот туалет. Я бы не удивился, если бы это. О, это туалет. Это, кстати, мальчик. А Криш. Ничего себе. Почему вот эта плохая оценка по арт? Смотри, какой талантливый мальчик. Какой талантливый мальчик, посмотри. Еще и такое хорошенькое. А вот это какая прелесть. Черепашка с крыльями. И шляпка. Тут отбилось что-то у него. Ну это же какая-то прелесть просто. Ну вот деревяшку взял, положил. А, это тоже черепаха, да? Ну, а, наверное, баньку. Ну, какой холос. И ботиночки, смотри, какие. Да, я хотела сказать. А вон, он хотел печенье, Жорик, так и не взял. Видишь, вот люди тоже делали такие фигурки, у них совсем не так красиво получилось, как у Жорика. Разве что еще вот этот какой-то проект. А вот мальчик. А, это Шон. Да? Это Special Need мальчик сделал. Тоже старался, видишь? Ой, вот это классное. Смотри, баскетбол классно сделали. Это Мелодин сделал. А, их несколько. А, это как подставка для корзины. Видишь, сюда мяч бросать. Прикольно. Эти детские проекты. Да, я же говорю, я большой ух. Да, о, да. Я же сказала, большой ух. А это тоже классно. А вот кактус, смотри, какой классный тоже. Да, это классно. Это очень классно. Я у нее была субсидия. А, да? Да. Не знаю, у нашего лучше всех получилось. Ну, классно такое. Ага. Так, вон Жорик сидит возле высокого мальчика. Вот он оглядывается. Сейчас будут играть они бенд вместе с оркестром. А потом просто бенд.